Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, в прошлом эпизоде мы гуляли, пытались найти каких-то покемонов. В принципе, сейчас у нас еды вообще не осталось. Зато у нас, если я помню, у нас в первом доме там дофига косточек есть, то бишь муки, с помощью которой можно повыращивать себе. Все-таки я пойду в первый дом, с помощью которого можно повыращивать себе еду. Сейчас я быстренько сбегаю. Ой, опять что-то залагало. Быстренько сбегаю сюда. Ну вот, у нас уже тут 64 штуки, плюс к тому у нас еще дофига костей есть. Так, TNT мы поставим сюда. У нас уже 35 штук есть. О, еще кость. Так, сейчас, что я хотел? Да, вот это мы пойдем. Ну тут уже, в принципе. Хотя нет, не вся, конечно, дозрела. Так, это мы все повыращиваем. Отлично. Еды у нас сейчас будет нормально. Отлично. Сейчас мы это все с... Так. Да, сейчас мы это все соберем. И что я хотел? Нет, сначала нужно посадить же. Да. Нет, да не кушать. Сырую картошку зачем кушать? А я лучше пожарю. Ну да, в принципе, чтобы голод восстановить, можно ее покушать, но я пока что не вижу смысла. Так как... Я сейчас телепортнусь домой. Ой. Да, не в этот дом. Не в первый дом, а во второй дом. Так, поставим картошку жариться. Да. Поставим картошку жариться, и тем временем мы пойдем. Ой, не туда. Мы пойдем вот сюда и вырастим пшеничку. Да, выращиваем пшеницу. Ух ты, у нас уже почти что кончилась вот эта мука. Да, все, она у нас кончилась. В принципе, нормально. Мы так собрали. Собрали. Так, отлично. Сейчас мы это все посадим заново. Ну, в смысле, мы собрали пшеницу. Сейчас мы семена пшеницы мы это все засадим. Засадим. Так, тут соберем еще. И, в принципе, все, пойдем домой. Сделаем себе хлебушка. И, наконец-то, покушаем. Да, еда у нас уже, конечно, кончается. А чё у нас там? Чё у нас там с априконами? Так, это пока что мы положим вот сюда. Да, кстати, сейчас мы все ресурсы разложим. Так, еще два диаманта, алмаза. Откуда у меня два алмаза? Я же вроде один... А, два алмаза, да, мы же нашли. И так. А, там еще у нас вот так. Сейчас мы это положим вот сюда. И вот так еще. Да, и еще. Вот так. Так. И сейчас это выкинем еще. Сейчас. И идем мы посмотрим, что у нас там с априконами. Две штучки уже выросли. Но я пока что их собирать не буду. Так как если я буду собирать, нужно будет падать туда, их брать. Ну хотя можно будет подняться по этому. Но, в принципе, подожду, пока они все дозреют. Так, вот еще. Половина у нас уже засажена, и желтых, и синих. Все, пойдем. У нас что, то ли два хлебушка? В принципе, 16 картошечки тоже нормально. Что нам нужно? А давай, дорогие друзья, пока что
Вот эти два алмаза. Я пойду хотя бы куплю в нашем магазине хотя бы еще 5 вот этих ультраболов, так как пока что я еще не буду делать ультраболы, пока вот эти все приконы зарастут, потом я начну их собирать. Сейчас мы пойдем дальше. Ух ты, это я где очутился? Ага, значит мы пойдем туда. О, метанги, сколько вас тут? 2 штучки. Так. Да, мы пойдем вот туда, я думаю. Пойдем искать каких-то покемонов. Нет, ну... это что там? Что за покемон? А, ну если там у нас... Нет, если там у нас первый дом, а там у нас второй дом, значит... Ну да, действительно, мы пойдем сюда, я так думаю. Куда-то в эту сторону. Тростник тут. Тростник нам, в принципе, не нужен. Он и так у нас есть там 3 стака вроде тростника. И тростник, в принципе, нужен только для... для чего он нужен? Для раркенди, да. Раркенди пока что у меня вроде 40 штук есть, так что ими, в принципе, даже и не пользуюсь. Ну, иногда. Магмар, нет, Магмар, на тебя я нападать не буду. Так как ты 30 уровень. А, ну, в принципе, это та деревня, которую мы нашли в прошлом эпизоде. Так что сейчас я просто-напросто побежу вот туда дальше, в тот лес. Ух, там у нас пшеница. Как я сразу не заметил, что там что-то есть. В этом мы тут же были. 100%, я помню. А пшеницу я как-то и не заметил. Хотя туда же... Да. О! Морковка. Морковка тоже отлично. Сколько морковки, сколько картошечки. Спасибо, дорогие друзья, вы меня сейчас накормите. Кстати, морковку тоже можно выращивать. Это отлично. Сейчас мы... Чё ты не берешься? Чё ты не берешься? А, все, что-то 5 золота. Так, где... Ой, сколько милтанков. Где тут... А, вот. Не буду я брать... О, ну, кстати, картошечка, еще картошечка. Спасибо, дорогие друзья, за картошечку. За то, что вы мне дали еду. Так как еды у нас, у меня действительно уже почти что не было. Ну, буду я добрым. Засажу я вам эти пшеницы, что у меня есть. Все, идем дальше. Побежи. Сколько мы вообще наворовали? 60 и 39. И, ну, в принципе, нормально. Так, еще раз спасибо за то, что вы мне покушать нашли. В смысле, что у вас было что покушать. Ой, чё ты напал? Так, идём мы дальше. Идём мы куда-то вот туда. Да чё ты издеваешься? Ну нафига ты нападаешь? 20 уровень, манки. Ух, мы Драгонейра нашли. Вот, редкий покемон. Мы 2 драгонейров нашли. А, ну почему драгонейров? Ну почему не дратини? Если бы вот эти были 2 дратини, то в принципе мы бы их убили, и с каждого дратини может бы выпал... Ну, из дратини может бы выпал алмазы, может бы выпали. Это драгонейры, 39 уровень. Уф, чё я затупил? Огненной покемон против водного.
Давай тогда лучше ледяной против водного, это более-менее нормально будет. Ну да, с одного удара, я говорю, нормально. Так, а сейчас давайте на этого Драгонейра мы нападем. И опять давайте Артикуна. Сильный покемон. 70 уровень, ну понятно. Так, мы их убили. С них не выпало ничего. Ну да, я говорю, только с Драгонейра выпадает. Алмазы. Я говорю, я помню, убил одного Драгонейра, мне с него выпало 3 алмаза вроде. Фу, так, идем и дальше. Пулевак 30 уровень, Арон 28 уровень. Так. Чё-то я как-то уже не понимаю, как эволюционирует вообще пулевак. В принципе, я думаю, да, действительно, с уровнем. Так как я помню, я видел вторую эволюцию пулевага, это пули Виртл. Если есть пули Виртл, то значит он эволюционирует с помощью уровня, так как если он эволюционирует, в принципе, с помощью камня, то зачем тогда идти добывать себе камень, если можно найти вторую эволюцию сразу. Так. Так. О, кого я там слышал? Чикарита. А, ну, в принципе, да, 14 уровень. Отлично, 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 отлично. Так, куда бы нам тут пробраться через эти все деревья? У нас опять ночь, так. Ладно, тогда мы сейчас где-то тут опять поставим вейпоинт. Что-то я не люблю, если честно, вот так по ночи бродить. Но, в принципе, я думаю, это логично, так как... Нафига по ночи бродить, фиг найдешь что-то. И фиг увидишь что-то. Так что я сейчас где-то вот тут поставлю вейпоинт. И нам бы действительно покет-центр найти. Только для того, чтобы взять оттуда компьютер для нашего второго дома. А то что-то я как-то его крафтить не знаю. Так, дровзи там у нас. Ладно, поставим мы тут вейпоинт. Телепортнемся мы домой. Идем и выспимся. Итак, выспались. У нас там что там у нас с картошечкой? Ну! Ну это капут. Вот смотрите, я клацаю правой кнопкой мышки. Во. Чё, только 5 картошки? Да я там столько бегал, что там не знаю, сколько картошки могло пережать. Опять у нас еды нету. А, ну есть что-то. Так, нет. Есть. Так, бежим. Нет. Да, бежим и вот сюда. Побежали, поскакали. Итак, сейчас. Что у нас? Что у нас вот тут будет? Один снег, да. Мне показалось, я слышал зомби.
И да, и зомби, в принципе, почти что подо мной. Ух ты. Офигеть, Данчи, я просто тащусь от тебя. Я о том, что вроде данж, но только один спавнер. А, и никаких сундуков. Ты чё, прикалываешься? Да, ладно, будем мы отсюда выбираться. Вот эти лаги, это я не знаю, что-то у меня в последнее время сборка начала глючить, или не знаю что. В принципе, иногда бывает, что просто назад как бы откидывает, что я там сломал блок или пробежал какой-то участок. А тебя просто назад как бы телепортирует. В какую сторону я бежал? Я опять забыл. Вроде туда. Да, вроде сюда мы бежали. Так, бежим. Ой, снежки. Нафига мне снежки? Так, что тут нифига нет? Вот эти зимние биомы как-то. Нету никаких тут покемонов. Ну какие покемоны можно найти в зимней биоме? Не, ну в зимней биоме, да, мы нашли Артикуну, но это как бы... В зимней биоме там обычный снег, а тут это как бы зимний лес, можно сказать. Что тут у нас? Значит, будем туда бежать, если там у нас уже, наверное, море, так что мы будем бежать вот сюда мы куда-то побежим. А, тут только горы. А, опять нам подниматься. Да, у нас уже и алмазная кирка почти что сломалась. Еще бежим мы. Кого я там слышал? Какой-то. Ладно, бежим мы вот сюда. Кстати, вот, можно на тот островок заскочить. Только для того посмотреть, нет ли там внизу шахты. И может, в принципе, мы найдем фосил, если, конечно, повезет. А сколько вообще покемонов фосилов есть? Ну, доисторических там, как бы, закаменелых. 7 штук вроде. Я не знаю, не помню. Ну, вроде. А у нас 2 есть. Сейчас я только прокопаю, может, в принципе, что-то да найду. Во! Опять лаги. Опять эти лаги были. 18 фут... Во, лаги, во! Ну чё ты за хрень? Чё, уже действительно сборка так глючит или чё это? Как 20 FPS. И вот, и меня так глючит. Плющит. Что я застрял где-то в текстуре. Ты чё, прикалывайся или чё? Я сейчас... Меня вообще чё-то плющит? Это или меня плющит, или это вообще... Включу креативный режим только для того, чтобы пособирать свои вещи. Потому что... Чё... Или...
Кто-то тут перекурился. Чего-то. Где мои все вещи? Где мой бэкпак? Охренеть, это что такое было? Наверху вроде уже ничего нету. А тут только бедрок уже. А где мой бэкпак? Что-то я не вдупляюсь, дорогие друзья. Это если и хорошо, если бы я умер, например, упал в лаву куда-то, да? Или вот заплющило тут кого-то, или и мой бэкпак куда-то сюда в воду упал, как я понял, потому что я вот тут. А, вот все мои ресурсы. И алмазная кирка, и хорси, который у нас уже есть. Даже не хорси, а его вторая эволюция. Это чё? А, факелы, 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 факелы. О. Бедру, в смысле, камень? Ну, вроде, если так смотреть, то все, да? Вроде все, что у меня было, я вернул. Но вот эти лаги, это сдурить, что-то было такое. Ладно, вот сейчас можно. Да, что-то залагало. Это вообще что-то было. Убьем мы сейчас гипно. Отлично. Так. Фу, сейчас, куда бы нам пойти? Это что там такое? Это что за глаз? Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, это начальный покемон, Пиплуп. Офигеть. Чувак, я даже боюсь тебя чем-то ударить. Это начальный покемон. Пиплуп. Но он у нас, его у нас нету. Ну, в принципе, это прикольный покемон. Ну, и в принципе, я так думаю, потому что я его еще не имел, вот этого покемона. Но он как бы начальный, его можно выбрать в начале. Нет, ну да. Лайф баг. Чё за баг? Что за баг? Супер Соник. Я не думаю, что я тебя убью или убью. Или у меня, ну, в принципе, или я его убью, или у меня кончатся покеболы. Так как я этого покемона еще даже не находил. Я не знаю вообще, какие у него эволюции есть. Я не знаю вообще, чем его можно ударить. Что-то он ничем его не хочет бить. Бум-бум-бум-бум. Да, убили мы, короче, того покемона Пиплупа. Жесть. Мы его, в принципе, могли словить, но я думаю, мы бы его и так не словили, только потому, что у меня осталось 3 ультрабола, в смысле покебола. Да. Я сейчас понял, что действительно лучше все-таки, если идти, то запасаться большим количеством покеболов, если, например, идти, то брать с собой минимум как 30 покеболов, и лучше потратить там 10-20 покеболов для того, чтобы ни разу не ударить покемона, но просто-напросто, чтобы выпустить на него все покеболы, но ты будешь знать, что как бы ты его точно не убьешь, и у тебя есть шанс, что ты его можешь словить. Чем, например, у тебя там 5 покеболов, и ты каким-то покемоном пытаешься
пытаешься сбить чуть-чуть в жизни другому покемону, потому что ты не хочешь использовать все покеболы, потому что у тебя пару штучек, и вот таким случаем ты как бы и случайно можешь убить того покемона, и зато как бы не потратишь покеболы, но ты убьешь того покемона, и ты его не словишь. Так что действительно лучше все-таки запасаться покеболами и просто даже не пытаться бить того покемона. А если бить, то знаешь, что ты его не убьешь, а просто-напросто снимешь ему чуть-чуть хп. Я, если честно, я не знал, какие у этого зубата есть скиллы, поэтому я что-то использовал скиллы. Он что-то не хотел бить, а потом как раз ударил, то сразу убил того покемона. Так что я действительно лучше, если буду... Вот, например, вот это действительно новый покемон был. В смысле, добавленный, как бы, новый, в новой версии. И, в принципе, это начальный покемон, которого я еще, как бы, не находил. Так что, действительно, лучше, как я понял, просто набрать там... Да куда я опять упал? Так что, действительно, дорогие друзья, я так понял, что... Лучше просто-напросто взять хотя бы тот же стак покебола просто в инвентарь. И если нашел какого-то покемона, то хотя бы выкинуть на него там 10 покеболов. Если, конечно, если ты его не словишь, то тогда уже как бы начинать использовать на него какие-то скиллы. А если уже скиллы даже не будут помогать, то уже просто нафиг убивать того покемона, так как я убиваю Иви. Когда он не хочется ловить. Ну, в принципе, это Иви, потому что Иви у нас уже есть такой покемон. А вот, например, вот этот Пиплуп. А, у нас такого покемона еще нету. Я не знаю, когда я его сейчас найду. Ух ты! У нас уже серия 27 минут идет. О, кстати, компьютер мы заберем себе домой. Итак, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Я, в принципе, тут поставлю вейпоинт. Хотя, зачем вейпоинт? Хотя, в принципе, пусть будет пока что. И, в принципе, все, дорогие друзья. На этом можно закончить этот эпизод. Продолжим в следующем эпизоде. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.